Добрый день! Очень рада, что я нахожусь наконец-то в Воронеже. Мы собрались вместе. Несколько лет мы собирались, и наконец мы собрались. Мы будем рассказывать за один день, рассказать о нашей одежде, нашей культуре просто нереально, вы сами это понимаете, потому что о ней можно говорить годами. И людей психбольницу в нашей культуре не готовят. Мы будем постепенно. Главное нам сегодня понять, а для чего нужна вообще-то одежда. То есть с примерами, с показом, то, что я привезла, то, что можно уже сшить нам, и как то, что у нас есть, можно модернизировать, использовать. То есть вещи выбрасывать не надо. Ну, синтетику, естественно, мы выбросим, а натуральную мы оставим. Вот был семинар, и мне очень понравилось то, что когда я всегда говорю, повторила, ну, в своей деятельности повторяю тоже человек. Будем говорить обычно, как люди говорят, этого не может быть. Следующий момент, в этом что-то есть. Это и так и должно быть. И по своему опыту знаю, когда я была, как все, ну, у меня первое техническое образование, там нас штудировали, наверное, что-то туда занесли. И факт то, что я всегда действовала так. Когда у меня возникал вопрос, я спрашивала этот вопрос у 3-4 не женщин, а мужчин. Как они отвечают на этот вопрос? Там в книгах, еще где-то находила. Когда есть вопрос, всегда идет ответ. И если они говорили так же, в унисон, и я с ними была согласна, что они сказали, потому что последнее слово за мной всегда, за человеком, тогда я всегда была права, не ошибаюсь. Потом оказалось, что это нужно спрашивать профессионала, сведущего человека и твое мнение. Тогда ты оказываешь всегда прав. Поэтому сведущим человеком, человечей является наша культура. Профессионалом по данному вопросу являюсь я в данный момент. Больше нет на земном шаре пока. Никто не выступает с данной темой. А почему? А потому что у меня энергетическое образование, медицинское, педагогическое, знание, как действует наше внимание, и самое важное – это наша культура, но еще пятое самое важное – это стремление быть в радости, быть в здравии, чтобы с минимальной затратой получить максимальный эффект, и чтобы мои домочадцы всегда были в здравии. Это без вас я сделать не могу, поэтому стою перед вами и челом бью. Давайте вместе жить в своей родной культуре. Мудрой, могучей, прекрасной, красивой, защищенной, обережной во всех планах. Мы начнем сейчас разговаривать с ног, потому что проблемы у нас в ногах. Вспоминаем, как одевались хотя бы в советское время. У нас особенно это летом, нас родители ругали, в частности, меня ругали, потому что за лето нам не хватало одной пары сандалий. Почему? Потому что подошва была кожаная. Связь земли должна быть, это физический фактор. Чтобы почему? Потому что человек – это мощная энергосистема. К сожалению, мы не знаем, как она функционирует, информацию скрывают. А чтобы управлять человечем, нужно скрыть, как говорится, ложь по умолчанию, чтобы у человека не было данной информационной базы, то есть не было фундамента. Поэтому сейчас крайне необходимо, чтобы наши дети, мы взрослые, должны обеспечить жизнь нашему потомству, потому что без здравого потомства бесполезно что-либо делать, потому что это смысл каждого рода, каждого племени. И посмотрим сейчас, вот зайдите в магазин и посмотрите, что обувь, да, сверху может быть кожа. Вот в нескольких семьях я была, вчера всех детей пересмотрела, ни одного нет здорового ребенка, как бы, с энергетической точки зрения. Потому что подошва, бегаем по земле в синтетической подошве, лето. Нас выручает только зима, если мы без калош, без залитой этой платформы, просто в валенках дети у нас гуляют. Только это выручает. Вот. Поэтому везде нужно спрашивать, кто шьет, чтобы шили детскую, давать заказы. Потихонечку это у нас вернется, как в советское время. Идем дальше. То есть и у
взрослых тоже должна быть кожаная подошва. Хочу еще, вот забыла с разговорами, сказать одну очень важную энергетическую вещь. Роликов уже достаточно в сети, но только два ролика смотрят с радостью. Почему? Потому что, еще скажу, что сказала Бехтерева по этому поводу, до конца своих дней я не догадывалась и не верила уничтожение своих своими. Если вы сидящие будете отрицательно относиться к информации, о которой я говорю, то есть в записи будет присутствовать эта энергетика, и люди не будут это смотреть. И вот где меня разбомбили свои же, которые изучают народную культуру нашу, что мне пришлось, это, к счастью, это было лето, 3 часа пролежать спиной на земле, чтобы это прийти в себя. Этот ролик практически никто, я посмотрела раньше, ну, выкидывала там, сколько это понравилось, сколько поделилось, в 10 раз меньше, чем тот ролик, который в этом же городе был записан, но люди записывали с радостью, желанием, помогали лектору доносить до соплеменникам данную информационную базу. Взяли очень многие группы. И другой ролик был с мужчиной, то есть у нас женское и мужское, это было с Василием. Поэтому ребята, которые смотрели этот ролик, они понимали, о чем идет речь, и заставляли своих жен выучивать то, что говорилось с экрана. Это благодарность Василию, который женщина всегда идет за мужчиной. То есть что ему надо, то она и делает, потому что в нашей культуре мужчина отвечает за род, он отвечает за детей, он отвечает за жену, поэтому у него на одного ребенка больше. Это его жена, его супруга. Нам сейчас говорят наоборот, все еще и шутят. Вот. Но с другой стороны, это превалирует, что и у женщины тоже на одного ребенка больше, это ее супруг. Но основа у нас это мужчина, потому что у нас есть отечество. И воспитанием у нас занимается мужчина, ведущим отеческим словом «питаю». Поэтому нам нужно изучать свой родной образный язык. Если мы это не понимаем, мы не можем правильно жить. Поэтому если говоришь мужчину, он не знает, что ему нужно делать. Женщина, она не знает, что... А слова – это действия. И слово «мужчина» означает «мудрость умножаю жизнь нашу». А женщина... Жизнь бытийную она рожает, тот мудростью умножает, а она ее рожает, чтобы он ее мудростью, то, что она произвела на свет чада, дал эту мудрость. То есть у нас идет передача из одних рук в другие. Но женщина ни в коем случае не воспитывает, если мы сейчас видим, потому что в школах везде женский персонал образовать, поэтому у нас нет ни женщин, ни мужчин. Воспитанием испокон веков занимались мужчины, потому что они знают, что такое женщина, что такое мужчина, какая жена ему нужна, какой ребенок ему нужен. То есть это 100% прерогатива мужчины. Женщины были классные дамы. Что делает мама? Она оберегает. Она берегиня, она лад сделает. Лад мужчина сделать не может. Ему это не дано. Так же, как женщине заниматься воспитанием. А воспитанием женщины, вот моя мама, ее поколение занимались приглядку. То есть вот твой дядя, вот мой папа. У них это получалось. Сейчас так не делают. То есть глубокого уважения у женщины к мужчине нет. Если нет глубокого уважения к мужчине, то есть ни рода, ни радости, ни счастья у женщины не бывает. Но надо отличать. Истинный мужчина, который взял ответственность на свои могучие плечи, и генно-модифицированная особь мужского пола анатомическая. То есть это две вещи кардинально разные. То есть тут они даже рядом не стояли. То же самое относится и к женщинам. То есть мы сейчас будем говорить, как сохранить именно мужчину, и именно женщину, не об этих ГМО и отношениях между ними. Мы будем говорить то, что как у нас в культуре. Если мы вот эти вот понятия не поймем, то мы не сможем понять, для чего нужна одежда-то вообще.
Потому что одежда сохраняет вот эти наши взаимоотношения, которые все делают, чтобы не было союза между мужчиной и женщиной. То есть неважно, какого он возраста. И когда я бываю на праздниках, наши дети, они такие обездоленные, они такие несчастные, потому что парнишка, вот я же приглядываюсь, вот так вот встал, и где-то час он рядом стоял, не отходил. Что он делал? Питался. Он просто находился в той среде, которая ему нужна. Или я вижу, что парень идет символом Младой Богородицы. Ему не хватает женской энергии, потому что нет рядом женщин-то. А если нет женщин, значит, нет и мужчин. Как уже актрисы говорят, ведущие из старообрядческих родов, они говорят, что сейчас женщины голые, они несчастливые. Они думают, что это телесами можно супруга взять. Они глубоко ошибаются. Берут совершенно другим, внутренним содержанием, внутренней энергетикой, которая скрыта под правильной сшитой одеждой. Потому что когда ты раздета, тебя имеют все, и ничего нет. Мужчина нужен одна, единственная и неповторимая. Он собственник. Да и женщина так же. Вот. Поэтому и мужчину нужно правильно, чтобы не ходил. А сейчас как? Вот у меня в подъезде поднимаюсь, открывается дверь, стоит дедушка в синтетических плавках и встречает внучку. Это как? Это называется не напрягаться. Это как? Это, то есть 100% дед больной и внучка больная. А вспоминаем старые времена. Даже за столом в не очень, ну как бы, не обеспечены, как бы считая семье, все в онучах, в рубахах, в портах, две рубахи, двое портов, потому что в нижнем белье никто не садился за стол. Все уважали себя в первую очередь и свое окружение. А сейчас ко мне приехала в гости, не в гости, а переночевать мама, потому что дочь у нее в больнице лежит. Она входит в бегудях и говорит: ты извини, у меня футболка не налезает, можно я так посижу, топлес. Больше я ее, конечно, в дом не пущу никогда. Пускай топлес ходит дома. Понимаете как? Это очень важно. Вот. Поэтому еще очень важный энергетический момент. Вот я вам делюсь информацией, которую вы, если будете ее применять, в знание превратится. Но вы пришли сюда не просто так. Вас никто на аркане сюда не тянул. То есть, если вы дальше не будете распространять вот эту информационную систему, говорить своим близким и сами ею пользоваться, то эта энергия возвернется против вас и даст вам по самой, как говорится, не балуйся, не лезь туда, куда тебя они как бы не просят, да. А коль нам это нужно всем вместе собравшимся, то значит, мы, получая данную информативную базу, мы обязаны ее нести, такое правило. Если ты взял, вот в школе тоже, ты взял урок, ты должен дальше нести. А не просто взял, бросил и пошел. А зачем это нужно? То есть смысловая нагрузка всегда должна быть. Идем дальше. Щиколотка. И вот когда был семинар, это благодаря мужчинам. Он говорит: щиколотка, колено, щиколотка, кол. То есть колокола. Мы сейчас вернемся к колоколам. То есть это, по мере поднятия мы будем другие темы освещать. У нас на Руси было 80 тысяч церквей. И кировские ученая, женщина, геофизик, она изучала колокольный звон и пришла к выводу, что колокольный звон приумножает энергетику. То есть, когда у нас в форме колокола сделана одежда, дома, то мы максимально напитаны жизненной силой. Колокол берет энергию для ее трансляции из пространства. То есть это неучтенная никем энергия. Нефть, вода – это учтенная. Воздух – пока неучтенная энергия. Вот она. И с помощью правильной одежды, так как колокол – это трассионное поле,
Поэтому у нас всегда были шатровые дома, конусы, конституция, конус, пирамидальные пирамидки были. И колокол у нас, у него было тело, уши, юбка, то есть то, что есть у человека. Это не просто так. Раньше-то мозги трудились у наших предков на 100%, а сейчас в лучшем случае на 5,8%. Но так было 3,5%, но сейчас мы уже немножечко прозреваем, у некоторых по 8%, но не 100%. То есть нужно всегда слушать тот, кто старше и ведает это знаниями. Не только информационной базы, и нас всегда интересует, у меня в детстве всегда интересовал, когда в школе училась, та информация, которая проверена сотнями миллионов лет, то есть не 10, 20, 30 лет, а именно вот такой, тогда ты никогда не ошибаешься. Да. Вот. И колокол, ученые, японские ученые этим занимались, что колокольный звон убивает до 90% вирусов. Каждый колокол, он настраивался под свою частоту, то есть один вид бактерий. И когда начинали звонить в праздники колокола, то ученые посчитали, что можно с помощью вот этого звука среднюю ракету отклонить. Поэтому наш земной шар был всегда под куполом, это звоном. Поэтому у нас есть что? Позвонок, иннервация от которого идет на все органы. Значит, позвоночник всегда должен многократно быть закрыт. Вот вчера, позавчера водили хороводы. Я тоже было время вставала в хороводы. Трижды мне там дали как след. Это был праздник, то есть энергия земли, солнышко и неучи. В моем лице также. Встала в хоровод, вроде все нормальные. А мне говорят, надо вставать, знать, с кем стоишь. И знать, что просишь, для кого и чего. Поняла. Потом встала в хоровод, где пришли христиане пьяные. Меня выкинул из хоровода. Просто вот так. Третий раз выбросили, когда там в брюках были. И что происходит? И Андрей Ивашко говорит правильно, что в хоровод, если встает человек никакой, то сколько бы вообще в празднике, для чего хороводы, для чего праздничная одежда, что ты в празднике отчитываешь за всю проделанную за год твою трудовую творческую деятельность. Вот ты встал красивый такой в хоровод со своим и отчитываешься, то есть энергия идет туда, сюда, и тебе скидывают, если ты потрудился, там считывается информация, тебе другая энергия еще мощнее дается. А если ты в круг встал, кто пьяный, в брюках, никакой, по-нижнему, ты трудился целый год, целое лето, и тебя до уровня его, тебе это надо? Мне это не надо, поэтому я никогда ни за какие коврешки больше не... Потому что я знаю уже технику безопасности данного вопроса. Если женщина, то она в брюках, то она в платье. То же самый эффект. У нас был диакон, когда я была в информационной медицине, мы это проверяли. Попросили девочку, ходившую в платье, замерили энергопотенциал, одела брюки, несколько... месяц где-то она их носила, не снимая, мы измерили. И чтобы перейти ей снова в тот потенциал, она надела платье, это было в прошлом тысячелетии. Ей нужен был месяц восстановления. Сейчас энергетика еще больше меняется, ты не успеваешь это все сделать быстро. Потому что, как говорит Казначеев Ваил Петрович, что природа изменяется быстрее, чем меняется генеративные клетки человека. То есть сейчас необходима нам именно правильная одежда, чтобы все были одеты по максимуму, чтобы нам всем скопом успеть вписаться, иначе нас земли-то выбросят, у нас энергетика не та. Поэтому сейчас онкология, еще что-то, какие-то ситуации, то есть людей таких убирают максимально.
Вот. Поэтому и нам, наши-то предки знали, что мы будем в такой патовой ситуации. Они нам оставили правильную одежду. И поэтому и Комиссаржевский писал, и ученые, это, путешественники, которые приезжали в нашу державу, они все говорили, что славяне долго держали свой образ. Очень долго держали. И даже в 1825 году был указ не носить чужую одежду. Почему не носить чужую одежду? Потому что одежда несет духовно-душевную составляющую человека. Спин-эффект. То есть мы мощная торсионная фигура. Вот, как разрез яблока, также защищается у нас и планета торсионными полями. Человек, у нас везде капля крови по Тору, у нас это генный аппарат по Тору у нас. То есть мы должны все внутри, у нас выстроено по Тору, чтобы не было разбалансировки, потому что каждый орган со своей частотой, и общая частота, она складывается, получается частота тела человека. Энергии чи, или ки, там, как угодно. То есть она из всех составляющих складывается. Поэтому нам нужно выстроить как? Все сложить, это сложить. Одежда, головной убор у нас тоже был так. И в результате у нас дом такой же. А сейчас посмотрите, у нас же крыш нет. Собирать нечем, как бы, да? То есть развеивать-то нечего. И получается такое безобразие. Щиколотка. А вот это вот, наверное, мы все-таки с вами запишем. Почему именно по щиколотке должно быть, а мужчинам нужно закрывать щиколотку, а не как в модном приговоре это ходить без носок в обуви. Вот. Для женщин очень важным являются щиколотки. Их напряженность и усталость сказывается на придатках. Это провоцируется обувью на высоких каблуках, так как таз оказывается приподнятым и находится в напряжении. Фиксируется прилив крови в голове, идет перенапряжение и деформируется стопа. Это же относится и к мужчинам. То есть, когда у мужчин напряжена щиколотка, они не могут принимать быстрое решение, они психованные. Поэтому им ни в коем случае без носок нельзя ходить. Поэтому у нас появились сандали с дырками. Щиколотки не закрываются. И сейчас мужчины более психованные, чем женщины бывают, капризные такие, истеричные. И напряжение щиколот – одна из основных причин гинекологических заболеваний и потенции. Поэтому у нас 60% мужского бесплодия. 60%. Это статистика, на самом деле это же ведь больше. И коль мы сейчас сказали импотенции, то это уже дважды я видела по телевизору эту информацию, что взяли 100 человек ребят в возрасте 20-25 лет, самые продуктивные, это то, что после 90-х. Молодежь. А после 90-х что произошло? В 90-е годы Минздрав и легкая промышленность перестали сотрудничать. То есть Минздрав стал пропускать все и сам переродился в убийц. Занимается геноцидом Минздрав. 100%. Вот. И из 100 ребят только трое могут иметь детей. Из 100 ребят. Трое. Это все делают памперсы. Мы из-за своей лени, своего невежества убиваем собственное будущее. Это касается мальчиков, это касается девочек.
Потому что вы представьте, у мальчиков ут вынесен, мошонка вынесена. И когда вот мои дети приходили и говорят, вот учитель нам не, это, учитель физкультуры говорит, зачем вы тут что-то парите? Таким с возмущением. Я говорю, так правильно учитель физкультуры говорит, он же мужчина. Что там парить-то? Нельзя ничего парить. На 7 градусов специально вот вынесен с мошонкой, чтобы, не, это, чтобы сперматогенез шел правильно. А если сутками он находится в этих памперсах, которые тут моча, а Ламбразо что ж сказал? Проблема в штанах, проблема в голове. А он-то знает, о чем он говорит, Ламбразо-то? Это же мужчина. У нас как было? Сейчас в Индии это, ну там жарко, то есть жарко в Индии. У них на третий день ребеночка уже выносят, пись-пись, как-как. У нас неделю мы держим. И не было памперсов, были просто подгузнички были. Куда выносят? На горшок, на горшочек выносят, что он... Потому что ты видишь, когда он просится, ребенок. А раньше же дети рано начинали говорить. Сейчас они поздно, потому что их прибили раньше-то. И некоторые сейчас тоже. Ну, некоторые сразу вот начинают говорить, некоторые в 3 месяца раньше говорили, может, раньше. А сейчас в год они не хотят разговаривать. Ну вот. Потому что а что говорить-то, когда такое безобразие-то? Вот. Потому что мама и папа не разговаривают. А с ребенком нужно же постоянно, у мамы язык вон там, мы... Даже если аппарат не так созрел, он же говорит, это что, это вот дерево, покажи мне дерево, он показывает дерево, это покажи, он же показывает. Поэтому и в год, и даже раньше они сложно сочиненными предложениями начинают говорить. Это не понаслышке. В 9 месяцев вот мама, дай куколку, это же сложно сказать. Поэтому мы стихи не учим, мы не разговариваем с ними, и мы вообще их плюнули, к телевизору кинули, и они там сидят, а потом говорят, а почему у нас так? Если мы не идет у нас обратный энергетический фактор с детьми, вот выйдите сейчас на улицу, войны нет, но все они как после концлагеря. Все с такими, все худющие, ручки никакие, дохленькие идут. А в войну мама мне говорила, ее брата спрашивали, чем тебе мать-то кормит? Щеки вот такие, война. Он говорит, очистками. Вот такой бутуз был. А потому что мама, папа, все правильно, земля кормила. Ведь колокол, что сейчас только сказали? Дополнительные энергии. Правильно пошив энергии, одежды, меньше расходуем пищи. Она правильно усваивается, организм очищается. Это же все заложено в нашей славянской культуре. И в других культурах народа то же самое. Ну, для них, и что хочу сказать, говорят, вот индусы, ну, извини, где живут индусы, где живем мы? Мы живем в северном полушарии. Энергетический пас у нас, вот средний, нам очень повезло. Средняя полоса, ну, Воронеж, оно чуть-чуть ниже, но тоже как бы к средней полосе. Он на уровне пояса. Мы идем, и мы заряжаемся. Почему сарафаны не подвязывались? Сарафан – это северно, там энергетический пас выше, поэтому дома на сваях. Не то, что мерзлота, а потому что энергетический пас. И это было, я прочитала в книгах в прошлом тысячелетии, когда была девчонка. Сейчас этой информации нет, как бы не ищи, нет ее. Ложь по умолчанию. Убрали, скрыли, и хорошие ролики сразу забанивают, вы видите, что стирается вся нужная информативная база. И вот когда мы идем, а у индусов ниже, поэтому все асаны на уровне земли, потому что пас у них на уровне земли, копчиком ловит. Энергетическая земля дарит энергию. Вот у них она на уровне земли, вот это вот. Поэтому они ее берут сидя. А у нас она вот вырывается из земли. А на севере она еще выше. То есть мы должны больше стоять, да, чтобы набирать? Ну да, мы ходим, все упражнения, вот мы ходим и делаем. Вот мы. А на севере еще это больше у них идет все это, потому что выше он. Поэтому, когда завязывают, зачем это?
То есть, не зная основ энергетического обеспечения, мы уродуем себя. Мы лишаем себя самое дорогое, что есть у человека, это жизненная сила. Без нее никак. Поэтому статья 41 говорит, если укрывается информация, то это наказуемо. Но это не административное наказание, это должно быть уголовное, потому что воруется самое дорогое, что есть у человека, его жизненная сила. Дороже нет. Но что самое дорогое есть у человека? Здоровье. Вот дети отвечают на этот вопрос 100%. Любого спроси, первый, второй, третий, четвертый класс. Преподавателя никто не отвечал, я задавала им вопросы. Это сам человек. А следующее, что самое дорогое вот у каждого рода, каждого рода, племени? Наши дети. И на самое дорогое мы плюнули, у нас во главе угла стоят машины на газонах вместо детских площадок. Детей никто о детях не говорит. Весь бизнес, бизнес, оставить без носа, содрать с сородича как можно больше и дать как можно меньше и худшего качества. Ведь это делаем мы, не кто-то. То же самое, шьем одежду, одежды много, одеть нечего. Вот вы даже посмотрите, сейчас будет лето. Я все у девчонок спрашивала. На праздники, ну, когда объяснишь им, вот так-то, так-то надо, а купальников и телеса ведь не надо, потому что раньше у нас купались голышом. Выкупались, зашли, оделись, пошли. А сейчас же ведь взгляды чужих-то сколько? Много. Поэтому они купаются в платьях, если народ есть. Но платье нужно такое, чтобы оно не просвечало, не белое, потому что ты выйдешь и весь белый. Да, темного цвета. Когда нет... Ну, почему-то засняли этот кадр и мне прислали. Там девчонки радостные, счастливые, вот голышом, вот это вот соединение с матушкой природой, с водой, со своей стихией. То есть самое вот то, что вот необходимо. То, что все любят. Да, и вот вы попробуйте вот сейчас вот укромное местечко, поплавать, попрыгать так. Это вы будете вспоминать все лето это ощущение, будете в радости находиться. А если вы... Так, дальше идем. Щиколотки. Так, что я еще должна вам сказать? То, что... В самом интересном месте. Так, ходьба зависит от тазобедренных суставов. То есть, женщина для чего предназначена? Суть ее. Для рождения потомства. Если она не рожает, то получается безобразие. И вот вчера мне одна, не знаю кто, может быть, из присутствующих, не помню, что бабушка рожала до 16 детей, ну, как положено у нас. И она говорит, девки, вы не понимаете своего счастья. Вот, я говорю, из присутствующих. Потому что с каждым ребенком она, ну, рожать правильно, не как сейчас. А правильно воду, что супруг это принимает, она омолаживалась. Поэтому у женщины, у славянки, никогда не спрашивают, сколько ей лет. То, что выглядит она вот лет на 30, ну извини, ей лет муж 80. Поэтому у них не спрашивали возраста. Вот. И сейчас вот так выдержать, конечно, непросто, но я знаю людей, которые говорят, ну даже в себе, допустим, несколько лет назад, сижу на шифонере, приходит, дом мы продавали, приходят люди, ну, тогда было лет 45, наверное, ну, 40 где-то так. И сижу на шифонере, приходят покупатели, говорят, девочка, ты скажи, а взрослые-то тут есть? Супруг выходит, говорит, так вот она. Она и есть взрослая, да? Да, потому что это зависит, как ты к миру относишься, как ты к людям относишься. Это все комплекс, нельзя выбросить что-то одно. И питание, если ты питаешься вроде бы правильно, одежда не та, это не усваивается. И эту информацию, что одежда должна быть перекидной. Я перескакиваю, чтобы вы не заснули. Перекидной. Что такое перекидная? Вот. На мне платье перекидное. То есть 1,5 метра сюда перекидывается, шов нет. Нет швов.
Перекидное у меня. То есть идет лимфа, кровь, расщепление пищи, которую я ем. Максимально правильно это происходит. То есть я ем меньше. Все говорят, поешь. Я говорю, не хочу. Вчера говорят, возьми. Я говорю, я на природе буду. Я тапочки кожаные взяла. Незачем. Незачем. Потому что природа тебя энергией. Я не той энергией грубой, еды, грубой. А я энергией вот. Тем более я была правильно одета вчера. Правильно? Угу. Правильно. Да, они действительно существуют. Вот. И когда многослойность, ты просто идешь, и вот это вот, вы заметьте, вот сейчас вот даже оденьте. Вот я все тоже всегда экспериментировала. Мне же надо, мало что там написано-то, надо же через себя пропустить. И это очень интересный такой момент, девочки. И всегда тренироваться надо на мальчиках, потому что девочке это неинтересно, сама такая. А вот мальчике это интересно. И когда одеваешь юбку, ну вот белую юбку, широкую, ну пускай будет даже не из льна, а из хлопка. Потом еще солнцеклюшь, следующую юбку. Позанимаешься в хорошем настроении, там что-то хорошее дома сделал, и выруливаешь. Идешь, особенно мне нравится, когда вот идут по дороге кразы на пешехода. Он едет, он такой большой, там машинка, он такой маленький, а ты еще меньше стоишь, пигалица такая. И он там тебе, и ты смотришь, ну, чтобы пройти-то. И он тебе там говорит, так, предстал, говорит, ты же маленькая, он же большой краз-то. И ты идешь. А глазом-то косишь так. А он так. У него такая улыбка на устах. И ты довольна. То есть мы обменялись жизненной силой. Я ему свою, потому что мы обязаны, это наш долг делиться со своими. Он же моего рода племени, даже если не моего. Он тоже мужчина. А он мне, не он похоть мне дал. А он вот это восхищение. И когда вот поначалу, когда... Вот, пихнули меня на эту деятельность, тяжело, не то что тяжело, в общем, не высказать, что это такое. Вот, я одеваю волшебное, у меня есть сарафан, это платье такое, льняное, мне нужна мужская, я выруливаю. Женщины, так, это не очень, но мужчина, как в девчат штабелями укладывается. Ты идешь, они восхищенные, такие радостные, щечки, все, глаза сверкают, так, взял, и домой все это принес. И пишешь. Чук-чук-чук-чук. Вот. Есть такие, когда ты платье одеваешь, идешь по улице, и вот это вот оно идет, ГМО. Оно тебя не видит, он просто на тебя. Ты отскакиваешь, чтобы он это тебя не сбил, потому что все-таки это не фантом. Вот. И это такая игра очень интересная. А когда мы были, ведь раньше, вот в прошлом тысячелетии, когда ездили на практике, мы же не ходили в штанах, девчонки. Мы вот так идем, четвером. Четыре, это уже много. И местные за 3 метра, говорят, ивановские тут. Ну, конечно, не такие длинные, но у нас мы были вот. Бедушки, да? Вот, да, мы идем. И к нам, чтобы подойти, что-то, так, идем. А ездили в стройотряд, я просто вот и женщин, чтобы вы поняли, как это действует. Мы в стройотряд приехали, ну, там уже брюки на нас одели. Но, тем не менее, мы это-то ходили, то есть мы еще не разрушили, только приехали. Нам сказали, что, девчонки, двери, окна закрывайте, парни в окна. Там девочки были из торгового какого-то там чего. Мы закрыли, это лето. Ночь спим, духота. Ждем. Вторую ночь ждем. Никто не приходит. Ну, потому что они же чувствуют, бесполезняк к таким приходить. Взять не дадут. Не дадут. Ничего не получат, потому что мы за такое безобразие в милицию отправляли. А это же информационная база-то, она идет. То есть вот эта вот женская стать, она не дает позволения делать другим гадости. Без слов, без всего, без объяснения, без... Просто идет, идет красота. Мы лишаем себя, и мужчины лишают себя вот такой красоты. Не только тонко, там же мощно физически. Как вот по началу лекции меня спрашивают, а вы замужем? Я говорю, да. Ну что я вас спрашиваю?
к ним вот так вот, и они все уже пошли, пошли. Понимаете, вот эта вот радость общения, это просто увлекательная, потому что мы от грубости, а он не будет грубить-то. И когда, допустим, в транспорт входишь, у меня было такое платье красное, вот еще. Мы вот говорят, все, не умеем шить. Я не знаю, в вашем городе есть ли нет, но обратите внимание, есть такая болгарская туба, трикотаж, цельный, круглый. Вот, метражом продается. Покупать нужно болгарскую, не китайскую, корейскую, там химию накидаю, а болгарская, она разной толщины. И вот кто не умеет шить, вот такую юбку до сих пор, а тут перекидной лиф. Очень удобно. То есть оно тянется поначалу. Ну, вот здесь вот пришить, этот, тряпочку эту сделать льняную, рукава сделать, манжетики из этого. Отпад. И ты идешь одна, во-первых, второй такой не сделает. Это очень просто. Сесть удобно, наклониться удобно, а у костра на поле тем более очень удобно. Сам Бог велел. А если еще панёву одеть, в вашей широте как раз она необходима, а панёва она должна быть вот такая. Где мой волшебный чемоданчик? Вот, мужчина о нас пока не заботится. Это индусская панёва. Она, почему я её приобрела, она 2,8. Наши такие не делают, это все по основе. Как они сварганили, не знаю, так соткали. Они своих женщин берегут. Мужчины нам нужно тоже к панёва. То есть она просто завязывается? Да, панёвы завязываются у нас. И завязываются правильно. Вороны же тоже есть панёвы. Вот. Для чего нужна панёва? Панёвы, вот это место вот на фотографии, вот так панёвы носят. Угу. Есть. Это безобразие. Порча с глаз идет напередок. Угу. Вот кто ходит в брюках, получается, мне один раз доскажу. На... Сейчас. Я про передок скажу. Когда в брюках, с глаз и порча идет напередок. То же самое совершается с мужчинами. Мне на вокзале показали. Спереди нечисть ест, сзади пьяный мужик стоит. И вот эту женщину доет. Она такая, она осякая, обсосанная, приходит домой. Конечно, злая, орущая, кричащая, энергетики-то нет, и грязная. Муж говорит, пошла нафиг, я пойду другую найду. Может быть, почище, но находит такую же. Потому что чистые все дома при супругах сидят. Не бегают. Их взять невозможно. Это относится и к мужчинам. Их тоже так же доют. Потому что, вспомним, гимнастерки были, прикрывали. В школах в 60-х годах, ребята какие, вот такие гимнастерки были. Точно так же. Все это прикрывалось. Потом потихонечку это все разрезалось. Есть у меня такая картинка. Это посередине бедра, да? Да, посередине бедра. Если что-то такое серьезное нужно делать, то там уже идет до пола. Вот. Смотрим, как оголяли наших детей. Убивают. Вот. Лицеист, до пят одежда была. Вот о чем я говорила. Вот в 60-е годы ходили. Это советское время. А сейчас нам я вообще не говорю. Вот. Ну вот так где-то, тут по косточку. Ут должен быть прикрыт. Ут. И когда вот в гимнастерке, вспоминай Великую Отечественную войну, ремень, и здесь вот так вот собрано. То есть должна быть полностью. Да, покрыта. Да, потому что копчик – это набор тоже энергетический. И у мужчин должны штаны быть широкие. А, я сейчас сумбурно говорю, потому что, чтобы вот это вот самое вам сказать, не, потому что получится долго, если так правильно говорить. Вспоминаем гусар. Нам все втюхивают вот всякую эту чушь. Коротенько. Они какие были? У них в обтяжку все это. И курточки были. Зима. Говорят, они любвеобильные.
у них была скифская болезнь промежности. Они тут себе все отморозили. И вспоминаем 17-й год. Галифе, шинели до пят, гимнастерки. И там еще белье белое. Они многослойно защищены, все в себе отморозившие. Они поняли, что дело кирдык, не мужики. А наши не понимают. Я их еду в такси в пятницу и говорю, вот штанишки-то бы как бы в джинсиках сидите. Он говорит, а зачем? Я говорю, вам что, мужская сила не нужна? А зачем она мне? У меня уже двое детей есть. Это как? Угу. То есть дети есть, а потом чего? А слизью хочешь быть? Понимаете, до чего мы себя довели? А в другом городе он говорит, да, вот турецкие шаровары, там ничего не жмет. Хорошо, я говорю, а почему сейчас-то вот так, в таком безобразии-то? А казаки, у них ластовица тоже широкие, но ластовица тоже не так. То есть афгане носить тоже нельзя, потому что разрез идет вот тут. А после 14 года дизайнеры, уже бестолковые в энергетике, но прозревшие, они говорят, что на следующую Олимпиаду мы обратим внимание на швы, так как швы влияют на результат. А если они влияют на результат, это влияет на что? На энергетику нашего организма. В нашей одежде по минимуму было швов, и одежда мужчины, женщины, детей никак не отличалась. Только у женщины были подолы длиннее, были они ширше, для того, чтобы набрать энергию для деторождения и для молодости, без таблеток, без какого-то прикосновения к себе. У мужчин точно так же, материалом различались. У женщин более нежный материал, так и мы. Ах, эфемерное, хрупкое существо. А мужчина налегке более грубое. Все, не было различий между слоями, покроя одежды. Было одинаково. И Александр Невский, и все военачальники наши, они сначала одевали лен, несколько слоев, а потом свою амуницию военную на себя. То же самое, посмотрите, обязательно возьмите Суворова аквариум, и у него очень хорошо описано, как одевали спецназ. Это правильно, как одевали спецназ. Нет, книгу Суворов. Суворова аквариум. И там у него еще есть несколько моментов, очень нужно для нашей жизнедеятельности, как себя вести. То есть он был спец в этих войсках и знает, как там дрессировали. То есть книга замечательная. Мне она очень понравилась. Очень хороша книга Николай Задорнов. Михаил Задорнов трижды мне по телевизору говорил, купите книги моего отца, думаю, что-то ко мне пристал. В итоге мне из Архангельской губернии привезли, когда я была в Сибири, эти книги, я к себе Вятку приперла их. Вот такое путешествие. Но книги изумительные. Это «Амур-батюшка», в котором там вот одна из частей переселенцы насчет одежды. И она поехала в гости, взявши, это переселенцы, это не стационар, то есть они переселились, и взяла на неделю 7 платьев, чтобы менять каждый день. А мы как ходим? Это переселенцы, и там рассказан другой, как там пошивается, какие там, в общем, изумительные. Но больше еще объем информативности – это капитан Невольский. Это его же, да? Да, Николая Задорнова. Ну, там у него много книг, но вот эти две, вот по нашей тематике одежды, это вот самые. Невольский? Невольской или Невольский, ну, в общем, капитан. Он путешествовал из Питера на Амур, вот низом. И у него ни один солдат, это матрос, это, все матросы были здоровы, и ни один за борт не упал. Его спрашивают, а как он? Он говорит, вот так. Там написано, как они питались, как он их одевал, как он о них заботился, и что вообще это славянский мужик. Там вот как раз наше возрождение, стопроцентное. Нужно этой книжечке приобрести. Книжечки Василия Белова «Лад» приобрести. «Лад» Василий Белов. Там не только про одежду, где держится... Это не славяно-горецкая вот эта борьба. Не
этот Белов? Нет, 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 это писатель Белов. Вот у него и другие книги есть, ну вот про одежду и как дома там строить, коль мы на землю уходим. Там очень много полезной информативной базы. А, очень хорошая книга, не относящаяся к энергетике, но к нашему организму, иудей. Говорят, иудеи плохие, там среди каждого народа есть и разные люди. Александр Залманов, «Тайна и мудрость человеческого организма». Ни разу после последнего издания она не переиздавалась. «Капли Залманова» и «Скипидар Залманова», Залмановский, вот, это он. Там он описывает, как устроен наш организм. То есть вы тоже поймете, что очень много у нас депонированной крови, когда неправильное энергоснабжение идет. Вот сейчас у нас очень много депонированной крови. То есть застой, в результате это идет, если кровь не умывается, это происходит и онкологические заболевания, и все остальные. Вот когда я даже с собой, почему даже с собой занимаюсь, выучившись вот энергетическим практикам, что вот долгие лета это все закрыто, то оттуда выходит противный запах аммиаком, глаза есть, вонь чистый, такая идет. Да, и песок идет в прямом смысле этого слова. И стучится вот по твердой поверхности, так тук-тук-тук-тук. И практически из всех. Почки, печени. Вот, в любом месте тела это все выскакивает. Из головы, там, где занимаешься, оттуда все и скачет. Поэтому наше тело, вот даже точка, это проекция всего организма. Поэтому у нас все закрывалось. Смотрим сюда, про застежки. Вот фотографию мне принесли. Она темная, но застежка справа налево. Здесь фотографии. Справа налево, справа налево. И у мужчин, и у женщин в одну У нас сторону. В одну сторону, правило Буравчика. Часовой стрелки, вот так, да? Девочка, против часовой стрелки получается. Направо, да. Вот. И обратите это внимание, в музеях шинели, солдатские шинели и железнодорожников, они на ту и другую сторону застегиваются. То есть одну шинель носили мужчины и женщины, но мы так решили, это служащие, они не знают вообще ничего. Музеев практически, они в этом профаны, не интересуются, только ноют. Что денег мало, да? Вот не знаю. И вот в Екатеринбурге была, там парнишка, у него, он эксклюзивное пальто по дешевке купил, у него тоже застегивалось туда и сюда. Мы решили так с девчонками, когда не наши, наши застегиваются правильно. Когда кто-то, они перестегиваются. Но это носили женщины тоже. И вот современно шьют тоже застежки на обе стороны пальто. То есть, значит, как бы рассчитываешь, что это... Ну, это Запада. Потому что они уже не знают, что делать, они шьют такое. Конечно, плечевые швы, но плечевые швы не должны быть. Дальше мы идем. Так. Панёва, чтобы дальше не отходить. Все это сделано для защиты. Застегиваемся правильно, завязываемся. Вот это большая панёва. Вот. Чем хорошо длинные платья, то есть юбка у женщины, она волшебная, особенно для детей. Вот он, и на него взглянули не так, или что-то, юбка широкая. Мама взяла, быстренько обтерла, он там спрятался. Это же ведь материнская энергетика. Она очищает, она защищает. И были игры дворянские, что мужчины прятались под юбки женщины. Это не какая-то... Там покой, там колокол, там дополнительная энергия, они успокаивались. Потому что трудная... И в то время была трудная эта жизнь. А в игре человека... Ну, это как бы игры для взрослых. И когда вот вы оденете юбку несколько, и может быть, потому что были такие случаи, мужчины прячутся туда, супруги. Потом не выгонишь. Да, говоришь, ты куда? А тут ребенок, ты куда? А он говорит, я туда. Куда надо. Вот. То есть такие моменты поначалу будут. Если
правильно вы юбку оденете, если есть животные, они подлезают сюда и прыгают сюда, тоже будет. Пока они не привыкнут к этой энергетике, они будут туда прыгать. Это тоже такие нюансы могут быть. Вот, потому что они тоже хотят спрятаться. Вот, и это им тоже необходимо. Домик, да. Для чего Панёва, она многофункциональна. Сейчас очень много верующих людей, но ни одного верующего человека нет в поле. Особенно к матушке земле нужно относиться уважительно, иначе не будет продуктов питания. Если ты к ней подходишь в неправильной одежде, она тебе даст мутантов, потому что ты мутант, она также тебе даст мутанты. Сейчас или без всего входят голышом, не рассказывают, или в лифчике с трусами, обожженные. Обожженные. Загорать белому человеку ни в коем случае нельзя, по многим параметрам. Ну вот, Панёву мы, она не такая должна быть широкая, это уже вот немножко, Панёвы тоже они разные, но я показываю, как с Панёвами ходить на огороде. То есть юбка там есть, можно покороче, чтобы, ну, такую вот юбку, не как у меня. Потом берем Панёву, загинаем ее сюда. Эту часть сюда загинаем. Ну, она поплотнее не такая должна быть. И получается у нас такой курдюк. То есть наклоняемся, и мы же знаем, что колокол-то набор энергии. И вот эта поясница, это место, оно не устает, не отваливается. Долго. Мы проверяли. Панёва должна быть короче. Панёва может быть короче. Вот такая, может быть. Но когда ты уже почувствовал, то ты начинаешь жадничать. Тебе все мало. Ты берешь все больше. И Панёва очень хорошо. Пошел в огород. Да, у тебя рабочая Панёва. Потому что Панёва для каждой рода деятельности своя. Яблоки насобирал, ребенка посадил, все принес. Все с собой ношу. Она еще хороша, когда ты в огород идешь, там где-то отдыхать. Взял Панёву, снял себя. У костра сидячи. И накрылся. Накидка такая. Да. И сидишь, как курица, ко-ко-ко-ко-ко, все при мне. И еще такой момент, когда ты правильно одет, особенно это вот на природе заметно. Я когда ездила, говорю, ой, у костра, на костре всегда вкусная еда. Мне говорят, мам, ты глубоко ошибаешься. Сходи к этому и увидишь. Вроде бы тоже в платье были, но еда не та. Энергетика не та. То есть... Если ты одел правильную одежду, это не означает, что ты сразу становишься гармоничным. То есть одежду ты должен включить в эту деятельность свою. То есть это комплекс. То есть духовно-душевная одежда, это должно соединиться. Как вот мы печем пироги, это постоять там, вот, что это все слило, слепилось и получилось. И когда я увидела, что вот мы были, и что интересно, готовим, мы с одним приехали, пареньком-то, у костра сидим. А потом что-то человек 10 к нашему костру-то, и все со своими плошками идут. Теплее. Что там происходит? Они все едят. Вот один пришел, второй пришел. И так весь у нас котелок-то, и вот и слендили. Другим что-то не идут. Что происходит? И ты сидишь и думаешь, а что же происходит-то? То есть процесс постоянно идет. Женщина правильная, правильная одежда. Вот, и не только, я говорю, это комплекс. Тут все комплекс. А ребята, это вот, их же не обманешь, они же так же, как и мы, на запах идем, на энергетику. Так ведь? Вот, и теперь вот Палдеет сидит здесь среди нас. Не зря пришел, да? Вот. И так. Почему нас лишили крыльев? Что такое руки женщины? Крылья у птицы, да? Это крылья, как у птицы. Птица что своих детей вот так вот окружает, защищает,
А самое важное, мы же руками разговариваем. Мы свою просьбу через руки даем своему... Командовать славянином и командовать славянкой невозможно. Это такая порода людей. Нельзя. Нам только на невербальном уровне можно вот сказать. Да? То же самое с нами. Что делают мужчины, когда нас обнимают? Они свое желание, свои намерения нам сказывают. Так же, как и мы им, без слов. Что тебе там нужно? Вот шуба там меркантильная или еще что-то. Когда ты в лоб говоришь, скандал. А когда по-другому, намеками, да? Даже не намеками, без слов, обнял, поцеловал, наутро встал, он говорит, а вот что-то вот мне за ночь-то показало, что надо тебе вот что-то вот это сделать. Вы научите. Вот. Научите. Учимся. Может, какие-нибудь во сне там эти убеждения транслировать. Чрезмерная нагрузка на запястья и кончики пальцев провоцируют загибы матки, эндометры, гормональные расстройства, бездетность. Особенно это касается левого запястья. Так, что у нас получается? Можно? Секундочку, перерыва. Выключать надо? Да, пусть. Пусть? Пусть. Давай. Так, поэтому нас лишили закрытости рукавов, чтобы у нас были гинекологические заболевания и бездетность у нас была. Но еще какой фактор? Тут на днях, я же прослеживаю, ведь ребят очень много хороших, они там скидывают, я же не умею это вот туда скидывать, я ловлю то, что они уже скинули. Вот. Ну, только вот ролики мои, а остальное, всю информацию, я вот кто скидывает, я ее забираю. И там написано, что если вот эта часть мужчинам относится открыто, то идет стресс. Просто открытость. Просто открыто. А взгляд у нас каков? Черный глаз, светлый глаз, разный глаз. Да? Угу. Это очень мощный энергетический фактор. Угу. Поэтому женщина у нас ходила и окаемила на 270 градусов. Как брат мой говорит, ты че? Два брата говорят. Ты не умеешь через дорогу ходить? Я говорю, как? Хватают за руку. Ты с задницей ходишь. Они же не знают уже, что женщина 270 градусов окаемит. Она пускает глаза и пошла. Угу. Проверьте, точно так ходят все. Они хватают, говорят, и еще эти однокурсники, одногруппники также схватят и говорят, ты что, ходить не умеешь? Перейдут через дорогу. Ну иди теперь. Уже тогда они потеряли, но они всегда беспокоились. То есть на камень они не разрешали садиться. Они следили за одеждой, они следили за волосами, сейчас этого нет. То есть ты вспоминаешь, что парни еще вот тогда были заботливыми, нежными. Ну, вот они, тонкие взаимодействия. Вот. Да? Но мы не ходили в брюках. Мы ходили. Тогда появились сафари, вот эти вот халаты. Но в халаты мы одевали что? Мы одевали, все-таки у нас комбинации были. И были рубашки, мы совсем голые не ходили. Но один сезон мы эти сафари походили, и мы их выбросили, потому что это некомфортно. Ребята не клюют, хотя и в техническом вузе. И взаимоотношения не те, что в платье. Кола. Мы опять сменили на кола, чтобы перед ними так вот. Ха-ха-ха, 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 пошли за нами. Вот. Ну вот если кончики пальцев тоже напряжены, то же самое идет, это относится к запястьям, идет гинекологические заболевания у женщины. Напряжению способствует, это ведь если взять суджук, то это проекционная зона всего организма. То есть пальцы напряжены, значит напряжено все тело.
И чем мы больше занимаемся собой, то есть расслабление идет тогда, когда ты находишься в положительных эмоциях. Вот расскажу из своего опыта. Во-первых, сначала не нужно всех слушать бездумно, как вот я, допустим, слушала. Преподаватель говорит в медакадемии: становое упражнение делай. Я сделала, позвоночник треснул, еще таким звуком, если вот не легкохранители, все бы, живьем не быть. Потому что я побежала к своему другу-хирургу, его не казалось, побежала к нейропатологу, и говорю: вот у меня тут все горит, что-то течет. Он говорит: когда это было? Говорит: 2 часа назад. Он говорит: нет, там тебе ничего не взорвалось, иди к мануальному терапевту. Я пошла к ней, она мне сделала, но на следующий раз, и домой пришедшая, у меня температура под 40. То есть весь организм, позвоночник съехал, все съехало, температура 40. И когда в следующий раз к ней пришла, она говорит: ты была никакая. То есть если нет позвоночника, а все же весь жизнь идет на позвоночник, а мы его раскурочиваем своей одеждой. Вот все к этому. То есть руки – это тоже проекционная зона, что с позвоночником что-то не так. Потому что у меня не такие были руки. Не такие были. Такие были. Грабли тяжелые, как... Так. А сейчас положила, они не чувствуют. То есть делай, что хочешь. Рука лежит, они не чувствуют. Это очень удобно, девочки. Просто. Замечательно. Поэтому на все обращаем внимание, на все взаимосвязано, и нет никаких там перегородок, шлюзов, что-то так не работает. То есть у нас все взаимосвязано. Красные ниточки, красное что-то на тело не кладем. Это специально, чтобы мы лишили жизненной силы. К телу только белое, потому что белый цвет... белый лен, он гармонизирует все внутри, настраивает организм на нужную волну. Это сделано специально, чтобы человеку можно было командовать. Красные нельзя ни в коем случае. Насчет красной рубахи, красной ластовицы. Красный цвет появился кумачи после 17 года, когда во главе нашего государства стали не наши, для того, чтобы порабощать коренное население. Красный цвет в нашей культуре означал, когда мужчина одевает красную рубаху или красную ластовицу, означает, что серьезное нарушение кровных законов, кровных конов, традиций. Он одевает и ходит. Что он сделал? Ему не подсказывают. У нас же нет подсказок-то. Он сам ходит и думает, что я сделал не так, что на меня это напялили, что я должен исправить сам. Он прокручивает, где он нарушил традиции своего рода, что он сделал не так. Он это осознает, он это исправляет и идет. Ни в коем случае нельзя, вот мне было сказано, ни в коем случае нельзя красное платье. Почему? Потому что... исходя из того, что мы рубашки не одеваем под платье. Красный сарафан уже разрешили, носите, коль вам хочется, потому что сарафан без рубашки не оденешь, если он в народном стиле. Но если не в народном, одевают. А голое тело, плечи голые, и все остальное голое. Вот. А верхняя часть особенно у нас многослойная была. Вот это ожерелок, он недоделанный. И почему я его специально одела? Потому что я получила втык за это платье от мужчины. Они вот всегда, мы замечаем, не только мальчики, не девочки, мы все замечаем негатив. Нет бы, он мне пишет: вот безобразно, вы скажите ей, она безобразно одета, шея голая, плечи голые, не как у вас. Я говорю: ну ты шубы хорошие бы заметил. Девочки шили платье. Замечательные. Как-то бы по-другому сказал. В мягкой форме, да? Они вот так вот. Вот. Ну, негатив ищут. Да, вот этого не должно быть. Вот этого. Это должно быть все закрыто. Но так как это через голову одевается, перекидно, то есть горловина вырезается таким образом, в таким радиусом, чтобы прошли ухи. Ухи проходят. Ну вот ухи у меня прошли, но открыт 7-й шейный позвонок и тимус приоткрыт. То есть мы как исправляем? Мы можем сделать, если фасон платья позволяет нам, сделать вот такой, как у детей, нагрудничек.
И они у нас были и завязываются там. Угу. Это один вариант. И он разукрашивается. Угу. Вот это вот голь на выдумке хитра. У кого какая фантазия. Можно камнями, можно жемчугами. Чем... Ну, если жемчуга. Да? Да. Но если мы навесили жемчуга, жемчуга для чего? Это богатство. Но это не финансовое богатство. Мы славяне, у нас энергетика. Вспоминаю Маргарет Тэтчер. Она ходила, ей всегда делали замечания, что она выделяется. Она практически не ходила в брюках. Один-два раза ее видели, в танк залезала в брюках и из больницы уходила в брюках. В основном она ходила в платьях и однотонных. Ей говорили, снимите жемчуга. Она говорит, я не сниму жемчуга никогда, потому что жемчуга – дополнительная энергетическая сила. Жемчуг берет энергию для творчества женщины себе. И в Ивановском музее есть ханский халат такой. Ханский халат лежит, и у него вот здесь вот все расшито жемчугами. Мужской халат расшит жемчугами. Вот здесь вот все расшито жемчугами. Интересно. Почему? Потому что это середина креста. Крылья. Подними. Вот, а, вот здесь вот. Вот. И вот здесь вот мы можем, что мы можем сделать? Вот, нашли это место. Чтобы никто на нас не наскакивал, это мы можем сделать под рубахой. Белым по белому вышить. Крест? Нет, нет, нет. Что угодно, какой угодно символ, украшение, еще что-то. А наверх мы можем нанести кельтские узоры, еще дополнительно. И заметьте, в фирменных рубашках импортных, вот здесь, вот так вот, да, дополнительная, да. То есть седьмой шейный позвонок. И когда, чтобы расслабить этих вот южные народы, женщины, у них же женщины такие, как мы, ну, показывают, вот тут внут. Расслабляют, потому что управление идет сверху вниз. Экстрапирамидальная система и просто пирамидальная система. И этой информации нет. Это я нашла только у киевлян мединститута Киева в прошлом тысячелетии. Насчет наших казанских ученых, тоже в медбиблиотеке я это нашла, информации в интернете нет, но они доказали. Если женщина одевает брюки и на нога на ногу иногда сидит, вот одевает она брюки, то у нее мостик между левым и правым полушарием расчекрыживается. Она становится безумной, это самое важное, потому что... А у женщины есть интуиция. Когда она правильно одета, левое и правое полушарие у нее в унисон. То есть она не левым, правым, она просто знает, надо так. У нее сразу это действует. Поэтому у нее есть интуиция. У мужчин логика. Мы учимся логике у них, они учатся у нас интуиции. Вот. Когда мы одеваем брюки, мостик расчекрыживается, и пошла придурочная вещать на всю... Ивановскую. Приведем пример семинаров некоторых. То, что я видела, у меня проходило перед глазами. Вот женщина вышла, она вещает, вроде бы в платье, ну, такой, допустим. Она вещает, ко мне приезжают, вот я семинары устраиваю, вот то-то, то-то. Глядь, на природе она в леггинсах. Это как? Если ты ведущая, учишь других, то ты на природе тем более. И была девочка, вот тут я заметила на семинаре. На семинаре, ну, женщина молодая. Она в синтетических колготках была. Юбчонка была такая, с разрезом вот здесь. Кола нет, но на природу она пришла. Одна юбка и следующая, но следующая была синтетическая. Но она была до пят, то есть по самую землю, как вот сейчас у меня. А у нее больная спина. Как выяснилось, все же ведь проговаривают, что кого у тебя болит. Не просто так рот открывают, они проговаривают, дескать, вот
мне нужна помощь, спина хрень, так же это не спросишь. А так, ну как бы между прочим, тонкие тела говорят, вот мне нужна ведь помощь, у меня ведь спина-то, что мне тут, надо же мне советоваться с кем-то. Человек всегда проговаривает, его нужно слушать. И женщину обязательно нужно слушать, вот к мужчинам обращаясь, потому что если женщину не слушает, у нее идет психоз. Это очень серьезно, это вам будет в 1000 раз хуже, если вы ее не выслушаете. Но вот мужчину, если это не анатомическое существо, беспрекословно нужно слушаться. Если женщина не слушается, то она теряет женскую долю. То есть она стареет, глупеет, хереет, болеет, умирает раньше времени. А если она слушается мужчину, вот настоящего, вот нашего, вот, на этой земле стоящего, державного такого, у нее даже мысли нет, чтобы его не послушаться. Она же за ним, и она ему делает вот это вот мощное торсионное поле для творчества и своего оберега. Она в этом заинтересована? Заинтересована. И тогда мужчина для нее делает все, расшибется, но достанет то, что невозможно. Появится даже. Вот даже идешь в магазин, когда ты правильно настроился, вот как это все действует? Мы должны научиться, как это все действует. Пошла я со знакомой, она говорит, а меня берут, чтобы деньги тратить. Потому что идем, и мы всегда что-то хорошее покупаем. Вот со мной хорошо деньги тратим. Мужчина, идете со мной деньги тратите для своих жен. Вот. И она говорит, что-то ничего я не покупаю. Я говорю, так ты приведи себя в порядок-то в конце-то концов. Ты что? Она говорит, как? Я говорю, ну как мы обычно? Дунули, плюнули, пошли. Заходим в магазин. Бац, то, что не должно быть, но оно стоит. Оно материализовалось, то, что необходимо. Это же не сказка, это быль. Это существует. Понимаете, в чем дело? Это есть, вот оно. А когда, если несколько идет людей таких, да кто против них? Вот и боятся, что мы правильно одетые, все это сгармонизируем, не эти клюква какая-то, а вот именно, которые были мы испокон веков, за ручку, с песней, с хорошим настроением, все наше, так ведь? Вот вчера были ведь, хорошо было? Хорошо было. А если были бы все правильно одеты? И что меня поражает? Я все как мужчина. Вот никак они не проснутся. Они хотят любви это и обнимают оно, которое подобно ему. Гомик с гомиком. И не оттащишь. Это что такое? Вот я вчера насмотрелась, вот, ну просто... для своих лекций. Вот вы прокрутите то, что вы там видели. Ну, еще раз. Ну вот я и говорю, что оно мужского пола обнимает оно женского пола. Разве приятно? Что вы там делаете? На чем основа-то? Меня не обнимали, но многие что получили, я от них получила. Что мне необходимо? Ну, что он же на меня не смотрит-то? Мне же ведь надо, чтобы он на меня посмотрел. А потом он мне это ненавязчиво тоже, мы с ним разговариваем глаз в глаз. Думаю, ну все, обменялись, хорошо. Я довольна ушла. Потом того, кого мне надо, я тоже раз-раз переговорили, получила то, что надо. А кто мне не нравится, я говорю, ну я не хочу, в данный момент у меня настроения нет, вот с тобой разговариваем. Говорит, ну и ладно, я тоже вроде бы не хочу. Все, поговорили. Понимаете, как мы общаемся? И когда мы не знаем, как мы устроены, мы вместо плюса получаем минус. Почему в семье такой, когда вот это вот и это вот приходит, они ругаются? Да потому что мужик, он любит женщину противоположный пол. А не то, что подобно ему, он на тонком-то плане видит, что это не то. Он же по энергетике, по всему видит. Что это не баба, не мужик, они знают, что, ну как с ней обращаться, у него нет опыта. Обращение с уно у него нет. У него есть опыт обращения или с мужиком, или с бабой. Это выработал сотни миллионов лет. За 25 лет мы обезумели, начиная с 90-х годов. Мы в леггинсах, в стрингах. Вот стринги я не взяла.
Да и не надо. 600 рублей, это тогда было, стринги синтетические. В Англии запретили носить их детям, запретили носить сабо на высоких подошвах. А женщины, вот у всех из вас синтетические практически лифчики, у всех. Потому что в магазине редко продается натуральное. Как нужно сделать? Отучить от себя от вредной привычки. Вяжем или шьем, пока не отучились, потому что все равно тянет непривычно как-то. А когда дома хотя бы вы походите, то вы совершенно по-другому. Вот девчонки как вот бывают? Убегают, и родители говорят потом: мама, мне сегодня в администрацию идти надо, я забыла трусы и лифчик. Принеси. Потому что без них энергетика хорошо идет. А особенно это хорошо, рассказываю тоже из опыта. Жду домой, не идут. Приходит 12 часов ночи. Я говорю: что вы делали? Но они в платье ходят, но не таких длинных, но бы тогда ходили вот таких. Говорит: а мы танцевали. Они сшили сами себе сарафаны, и когда они успевали, я говорю: ну давайте я подогну. Она говорит: не надо, там другая энергетика будет. Я говорю: ну наконец-то, другая энергетика там будет. И они с ребятами, девчата, вот в этих платьях, они танцевали, они уходить оттуда не ходили, они и так, и сяк, на следующий раз снова прискакали, когда правильно одетые. Понимаете, что мы теряем? Какой вот этот обмен, какой раз, какой жар мы теряем, когда правильно все это. Нашей культуре соответствует нашей энергетике, нашим взаимоотношениям. Ну вот, ожерелок мы доделываем. То есть в угоду нашим мужчинам мы вот этот фасон платья, мы его доделаем. То есть делаем ожерелок и сюда навязываем ниточки, или там как-то веревочки, и на них нанизываем жемчуга. То есть вот эту часть мы закрываем. Тимус закрывается у мужчин и у женщин многослойно. Для чего? Для того, что это иммунный статус, это иммунка. Если это сжимается, сжимает седьмой шейный позвонок, это аллергический фактор, сейчас все аллергики, потому что на тело одевают. Вот вы посмотрите, дети все в синтетической одежде, у них только вот эта мордочка открыта миру. Как они у нас могут быть здоровье? Понимаете, в чем дело? Шьют специально одежду 100% полиэстер на детей годовалых, даже не годовалых, еще меньше. Посмотрите, я хожу по магазину, я смотрю, волосы дыбом. Но это же от нас зависит. Что продается? Пеленки должны быть белые. Почему? Потому что белье. И посмотрим, что происходит по телевизору, нам показывают. Вот белье висит разных цветов, лифчики разных цветов и постельное белье, на котором мы спим, черного, синего, красного, коричневого цвета. Ну, цветочек, но нет белого. Ну, смотрим. Красиво. Это когда гармонично. Ну, когда там цветочки, розочки. Цветочки ты потом можешь повесить. Можно как сделать? Низ под одеяльника белый, сверху ты сделаешь цветочки. Цветочки. Но лучше сделать под одеяльник перекидной к себе. То есть застежку это, или линию отреза сделать там, в ногах. То есть перекидной сделать. Почему нужно белый? Да потому что, когда белый цвет, организм отдыхает и налаживается на лад. Потому что цветовая гамма, она влияет. Вот вниз одел белый, потом можешь другого цвета одеть. Но у нас не было, у нас же средняя полоса, нет такой леповатости, как у южных народов. То есть мы соосны с природой. Какой цвет в этой местности, такой расцветки мы одеваемся. На севере это более такая умеренная красота, синеватый. Средняя она более поярче, южная ярче и ярче, а там вообще набедренные повязки получаются. Почему нельзя загорать?
Да потому что белый цвет кожи впитывает все излучения солнышка. Если загорело что-то, вспоминаем на Кубани. Как одевали женщины на Кубани? Ну, хотя бы Тихий Дон старый посмотрим. Они полностью все, и вот это вот, вот глаза только, они даже нос закрывали, все. И от пыли, и от солнца, от всего. Кожа всегда была белая. И чем белее, тем женщина здоровее. Потому что, ну... А китайцы, ведь они же специально... Кто едет в Китай, они говорят... И Таиланд наши. Они говорят, в ужасе. Говорят, зачем вы белую кожу портите? Мне из Китая привезли крем, отбеливающий желтую кожу. А мы, наоборот, ее портим. И когда вот мама у меня приехала с юга... Зубы блестят, это же все черное. Я говорю, мам, смывайся, быстренько дивану смывай. Это же страшно вообще-то. Белому человеку увидеть мать черную, это страшно. А тогда же было детство, 10 лет, увидеть вот это безобразие, это жуть. На белой простыне лежит негр. Больше у меня тогда, мама, никаких загаров, ничего. Бабушка всегда была многослойно одетая, белая, всегда пареная, чистая. И фартуки, вот раньше были какие фартуки? Фартуки были перекидные. Вот сейчас говорят фартуки вот отсюда и вот до сих пор. Мы с девочками экспериментировали. А где Абдулов играет медведя, обыкновенное чудо, там хозяйка дома, у нее перекидной вот такой вот был фартук. И вот здесь вот такие вот были это штрипочки. И вот когда мы такие штрипочки сделали и на праздник поехали, все ребята были наши. Понимаете, они гуртом ходили. Мы туда, что вам сделать? Мы туда, они, что вам сделать? А которые были вот только тут, они за ними не ходили почему-то. То есть вы поэкспериментируете перед своими ребятами-то. Перед мужьями, а как они? Чтобы понять сердцем-то, принять, а какова это? Как с минимальной затратой получить такой... максимальный эффект. Вот вам еще пример. Брат нас закрыл в Питере и ушел домой. Забыл, что мы дома-то находимся. Раньше времени ушел. Мы говорим, ты выпусти? Он говорит, не могу. Я говорю, ну приходи. Хорошо, мы что-то там купили, чтобы дома что-то поделать. Он приходит, глаза вот такие. Ясный свет, как у мужиков на фотографии прошлого тысячелетия, там, в 17-й год. У них же ясные глаза-то. Я говорю, вы меня ждали! Мы говорим, ждали, иди на кухню, потрапезничай. А если бы мы были вот в штанах да в леггинсах, мы бы со скалкой его встретили. Мало бы не показалось бы ему. Потому что у нас энергетики-то нет, у нас злоба, ненависть была бы. В следующий раз, конечно, он нас открыл, да, ключи дал, сказал, что я ухожу, закрывайте за нами. За мной. И сейчас он встречает, но энергетика меняется. И что я заметила, мужчины в результате это очень психически ненормальные делаются. Это очень опасно, это очень обидно, это очень больно. Они, ну вот я общалась с мужчиной, я говорю, ты сделай мне это, покажи портянки-то. Сделай сама, я говорю, я не знаю как. Делай, я говорю, не буду. Пошла нафиг, читай Форда. Я говорю, хорошо, я же не спорю, зачем мне спорить? Я читаю, ой, думаю, мужчина даже в таком состоянии иногда это хороший. Так это же для меня, вон там выдержки, я потом вам скажу. Обязательно Форда надо прочитать. Для нас, славян, это самый, особенно для ребят, и кто вот занимается вот этим общественной нагрузкой, там очень много важных факторов. Думаю, надо же, подсунул. Потом свою эту работу в метро, вот эти вот, подземные роют. Сказал, о, мой, ёшкину, как безобразно одеты мужики-то там. Конечно, они дохлые. Конечно, они ничего отстоять не могут. Это парщи, что голые под землей сидят. Чего не могут наделать там? Непонятно. Да мне себе на заметочку. На это внимание надо обратить. Вот это. Об этом нужно говорить. Понимаете, мы всегда дружка за дружку. Плечом к плечу. То есть вот эту зону многократно мы защищаем. Вот молодцы они. Верх у них, мужчин, надо ценить, что они-то ходят. До пояса
более-менее, но ниже, поэтому они так поступают.